Я помню первое свидание, он мне казался лучше всех. Хотя там был такой ботаник, грешить смешно, смеяться грех. Потом я встретила спортсмена, брутальный мачо, здоровенный. Но обломились его планы. Я вспомнила советы мамы. А мама казала: мама, мы не говорили, чуваки, мне мало. И це не єдиний, він тобі не пара. І ти не чудила, не для нього мала. Квітку ростила. Ваши аплодисменты, коллектив «Ля Бомба». Громче, громче, громче поддержка. Замечательное выступление.